Доброго времени суток, дорогие друзья, у нас проект Helic. В минувшей неделе стало известно о том, что один из крупнейших венчурных фондов Insight, израильских венчурных фондов, приобрел компанию Armis Group. Armis Group специализируется на защите потребительских товаров, которые подключены в интернет, имеют доступ к интернету. Защита таких потребительских товаров, как холодильники, принтеры, факсы, очень часто стиральные машины сегодня, и системы умного дома. Все эти гаджеты, все эти приспособления и обыденные товары, которые есть практически у каждого в доме, могут быть не защищены. И не так давно была новость, что когда родители у одной из девочек забрали смартфон в наказание, она наладила переписку со своими друзьями через холодильник. То есть все эти гаджеты имеют уязвимости. Armis Group, фирма Armis, которая находится недалеко от меня, их главный офис, смогла решить эту проблему, защитив все эти потребительские товары от, как говорится, ненужных атак, ненужных подключений. Представим себе только, что в каждом крупном таком секретном объекте, на каждом таком объекте или в корпорациях очень часто есть принтера, сканеры, есть шреддеры, есть другие вещи, которые подключены к интернету или подключены к сети, или даже кофемашина. И вдруг, как говорится, включается какая-то хакерская атака и появляется доступ к тем или иным файлам, которые, допустим, сканируются или печатаются. Вот мы видим, что венчурный фонд Insight приобрел за всего, ни много ни мало, за миллиард 100 миллионов долларов данный стартап, который, в свою очередь, Armis привлекли всего лишь 100 миллионов. То есть выход, их экзит в 10 раз больше, чем они привлекли денег. Еще одна такая фирма, достаточно крупная, с таким смешным названием Bananas Labs, которую недавно приобрел Intel, заплатив 2 миллиарда долларов за этот стартап. Стартап, который изобретает чипы для искусственного интеллекта, специальные чипы. И мы видим, что за 10 лет в нашей стране было совершено более 1200 сделок, стартап-сделок на общую сумму в 110 миллиардов долларов. Наша страна расцветает, у нас есть очень много примеров, благодаря которым мы можем гордиться. Естественно, это тоже работа правительства, которое создает удачные такие благоприятные условия для развития, в том числе стартап-компаний и других корпораций, технологических корпораций в нашей прекрасной стране. Полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем свидетелями больших чудес в нашей прекрасной цветущей стране. Всего доброго и до скорых встреч!